Сегодня погодка у нас очень северная, исландская, осенняя, ну такая всякая. Типичная исландская. Такая мокрая-мокрая. Первые два дня нас щадила погодка, сегодня нет, но ничего страшного, мы были к этому готовы, во всяком случае. Вот, поэтому сегодня, возможно, будет не мое кино, так как буду снимать с водонепроницаемым чехлом. Мы готовы идти в пещеру. Фонарики, шлема и погода. Хоть что-то можем поснимать без водонепроницаемого чехла. Ходили в пещеры. Очень классно. Да, классные и холодные. Тут в Исландии сейчас холодно, сколько, меньше 10 градусов. Дождь, туман, все сразу. Вода идет со всех сторон. Вот, а в пещере мы побродили. Думаю, так лучше. Наверное, так лучше. И вышли на улицу, и прям тепло. Очень тепло. Да. И наш гид сказал, что сейчас выйдите, и там будет типа лето. И реально очень тепло. Да, и мы вышли в исландское лето. Гора толстый и тонкий. Остановились покушать. Погода все еще оставляет желать лучшего. Любимый кушать. Заправки. Вот так работаешь, а тут такие горы. И дожди. Но не сейчас. И снова краткий обзор нашего хостела. Это частный дом, у которого первый этаж сдается гостям. 3 комнаты. Он крутой.